Вот это жизнь, толпа Монти. И всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, крошка, крошка, драгон, бульбазавр, гусь, мавс, васаби, скромник, халтван. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Хай-хай! Сегодня раннером будем мы. Сегодня мы играем в Гаррис Мод и будем убегать от аниматроника в Security Breach. Если тебе текущий приятного аппетита, а мы начнем убегать на карте NAV 1. Погнали! У каждого по 3 жизни, ребята, так что готовьтесь и проигрывайте. Побежал. Так, что надо сделать? Не притягивать к себе внимание, правильно? Это что надо? Сесть на корточки за столом и шкериться. Давай. Днём и дверь закрылся. Он уже начинает давай, за мной бежать. Останется 3 человека, скажем, будем ставить ставки, кто выиграет. А, кстати, знаете, что там прикол? Что у этого аниматроника настолько много жизни, что вы его не убьете никаким оружием, поэтому только выживать. А Максим уже начал? Да, он уже бегает. Я убегал очень сильно вокруг столов, ну и смог. Пацаны, он выбежал на улицу, побежал за пиццерию, за угол круглого дома. Максим, наверх посмотри, Максим. Так, Максим, наверху, все наверху, Максимушка. Максим, вот беги с этим зайцем. Не-не, я убегу, ты можешь даже не стараться, тебе надо только в помещение забегать. Так ты не догонишь меня. А можно постреливать? Кстати, пацаны, он сейчас побежал на крышу. А я уйду, не сиди, Мас. А, вы не забывайте одну вещь. Он может бить на расстоянии. Он что-то идет. Димас, я выиграю. Дардрагон, ты использовал только что читы. Я видел, как ты подлетал, а не прыгал. Это селфшон. А, нет. Я видел, Дардрагон. Ты использовал световой меч? Да, не-не-не. Он очень большой читер, пацаны. Ну что, он к вам уже приближается. Он сейчас кого-то убьет. Он еще не у нас даже. Он на крыше, еще нет его. Может, все-таки по одной жизни, а не по три тогда? Давайте по две, давайте по две. Дима, вообще 100. Хорошо, по две жизни. Да он где он? Я не знаю, он заблудился где-то. Нет, где, близко. А, он хочет убить на крысу. Крыса? Да, он такой. О, Бульбазар, привет. О, привет, Монти. Монти бегает там, хочет пацанов наказать. Но у него ничего не получается, поэтому вот, лучшие игроки на планете. Вон он бегает, Ну как же я тебе достану? Хочешь, помогу? Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти и записать с нами Росликс. Нас уже в Дискорде 33 тысячи. 33? А я думал, что еще 20. Пока. Не, 33 тысячи 200 вроде бы. Нифига. Пацаны все попрыгали, да, на улицу? Вот тебе, пожалуйста. Давайте не будем это залазить на вот эти вот... Не, пацаны, по одной жизни, видите, он не убьет даже никого еще, поэтому по одной жизни всего. И еще не запрыгивайте на крышу. Да, не допрыгивайте в те места, которые ему тяжело достать, поэтому давайте по-честному. Убегаем, чисто на убегание. Он на улице. Дверь еще удалили. Показываю. Опа, я уже внутри. Молодец. Че, пацаны, никого не может, да, он убить? Ну, нахер. Да. Да, я думал, будет полегче ему что-то, он с одного раза же убивает. Может, главное другого аниматроника взять? Нет. А где вы? А мы на улице. Мы на улице все, мы знаем, что ты не можешь ничего делать. Как рахит играешь. Там улице. Вон он бежит. Где черт? А, вон. Догоняй. С левой стороны. Знаете, что я хочу сделать? Выживание какое? Взять плоскую карту, сделать очень много тумана и выживать просто в тумане. О, это имба будет. Это такая, знаете, новая идея. Прикольно? Я могу мансить. А что ты не возьмешь быстрее аниматроника? Я же быстрее. А мисчик, она же побыстрее немного. Да, она быстрее, реально. Это... Ты уже догнал бы, поубивал бы нас, если поменял бы аниматроника. Посмотри, там вот там человек сидит на кресле. Так. Это ничего не делает. Он отдыхает. Смотрите, пацаны, как я могу отдыхать, сейчас покажу вам. А, не, сейчас я сяду на машину, он прибежит и убьет меня. Не-не-не. Ребят, раскладываемся, давайте. Я не могу что-то сесть. А должно. Доставайте колбасу. О, смотрите, сел. А, не, не сел. Или сел, нет. Как сел? Ты сел. А как ты сел? Альт-Е. Альт-Е. Альт-Е? А как? Ну, вон. Смотри. Он бежит. Он бежит, пацаны. Вон он. Вижу. Мне кажется, такая же медленная, или даже еще медленнее, чем Монти. Она медленнее меня, аниматроника. Это рахит какой-то. Да, ну вообще какая-то кончепотовская. Поменял? Или где он? Может, солнышко возьмешь, он быстрей?
Он с ложкой, да, он быстрее, по-моему. Давай проверим. О, я побыстрее нашел. Давай, давай. Удиви. Где-то на улице давай. Только не нажимай правую кнопку мышки. Он бежит, бежит, он реально быстрый. А кого он взял? А, это Рокси, но она тоже достаточно быстрая, но она медленная. Это Рокси или как-то. Она быстрая, но она медленная. Ты нормальный? Нет. А где он, пацаны? Где он? Он побежал, побежал на двух человек, на двух, он приметил Грабина и Халфана. Хорошо, мы на крысу попрятались, можно выйти. Ударка быстрее ноги. О, да, побыстрее будет. Попади, попади. Рокси уже не такая, как раньше. Ох ты, блин, а чё ты сбоку ударил-то? Заигрался. Всё, минус. Ну я дошутился. Я просто хочу помочь своему знакомому вас наказать. Да, 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 да. Вот я же стараюсь жить. Я сейчас вообще не понимаю. Не-не-не-не, это же медленное, мы же вспомнили. Так, можно Рокси всё-таки взять. Бери Монти. Ну что? Они за мной бегут. Вон они, две рахитки. Привет. Ой-ой-ой-ой. Давайте с опозданием, да, бьет? Надо заранее нажимать. Да. Да. Дима, я сзади. Только недавно машину купил, отстань от меня, пожалуйста. Давайте пистолет за это закладываем. А вот они бьют. Да блин, да вас не ударить. Тяжело играть за аниматроника, пацаны. Вы серьезно? Да. Я думал, они будут побыстрее, а не медленные. Да вас не убить! Это сложно! Дим, дам подсказку, Дим, дам подсказку, смотри, кто сидит тут. Ой, машину трожь, я только ее вчера... Блин, а какой еще аниматроник у нас есть? Посмотри, бери меня. Блин, солнышко медленный. Ладно, это тоже очень медленный. Может, Монти? Я посмотрю. Я чей? Они одинаково бегают, наверное. Димас, вот что ты на меня заорал? Я не знаю, кого убить. Ну вот что ты за мной бегаешь? Дарк, у тебя маскировка. Рокси тоже уйди. Ну, а что вы боитесь зайти, да, в пиццерию с иконы? Очкошники. Ах ты, блин, ты смотри, еще бы чуть-чуть бы и попал. Эй, подлец, стой. Ой, нажал Е выселиться, ё-моё. Да, секундочку. О, беги. Нормально, нормально. Эй, Дим, там у меня жизни очень много. Все равно бесполезно. Дим, а, ты меня не бьёшь. Не, пацаны, мы не сможем вас убить, очень сложно. Давайте тогда пешком будем. Они медленные, они очень медленные, пацаны. У нас по стрелу, я тут сзади. Эй, ты меня вымазал. У меня стамина. Дим, налево посмотри. Все, у меня стамина немного заканчивается. Привет. Да я не убью, я не убью. Ну так, ну, тебе податься или как? Ну я не знаю, даже если, мне кажется, у нас будет... Мы все будем аниматрониками, один выживший, все равно он сможет выживать. Мы очень медленные. Сейчас будем так себе. Видишь, как я бегу со всей силы и ничего не происходит? А вот кто там... У них скорости, ну не хватает скорости, но она в игре такая есть. Все по канону. Побежать. Блин, не могу, пацаны. Чуть-чуть быстрее, да ну не. Не могу. Может, скорость тебе прибавить можно? Что? Что, тебе скорость можно прибавить, если? Не знаю. Вот это жизнь, толпа Монти. А, ребят, нифига себе, что творится. Крошка, они тебя убьют тоже. Пацаны, вы готовы видеть жесть? А, нет. Вот они бегут. А-а-а! Убили сразу. Что значит толпа? О, тот челик на диване. Еще не знаю. Так, я на крышу пошел. Не, крошка, там бегут за тобой. Где-где-где, бегут. Толпа бежит, давайте их ведем. О, их, ну! Их мосты? Очень много, пацаны. Я пошел на крышу. Ой, здесь. А о, они уже разбежались во всей карте, отлично. О, Дарк. Меня убили? Смотрим. Чё, пацаны, еще вам наставить? Мало? Да мало вообще. Вы живые или мертвые еще? Я живой. Живые. Конечно, они какие-то, они об стенку сидят. Ого. Ого-го. Что Дарк, творится? Ты видишь меня?
А ну давайте внутри дойдут или нет? Видишь мой спецназ? Ты видишь, ты у меня что-то лагает почему-то. Лага, да, а их много поставил. Не, меня не то, что лагает, пинговать очень сильно начал. Ну конечно, я столько их поставил, штук 50. Конечно. Прямо передо мной Монти был, а я прям... Выйди отсюда! Убила через стенку, да ладно, ты смотри, что делает. Зря ты туда полез, грот. Короче, от них классно убегать, когда они NPC, потому что поодиночке от них легко убегать. Смотрите, он еле-еле оббегает. Видите, он даже не может до машины отбежать. Много. Да их немного. Давайте еще минут, давайте. А все, проиграли-то и проиграли. Выиграет тот, кто останется последний живой. Они нас полк не жмут. Ну короче, да, это читается, это умер. Ого. Я не умер. Я их отстреливаю. Я еще не умер. Ты не умер? Нет. Я еще не умер. Дарк тоже не умер. Ты тут убивал такое. Не вот, иди на цель. Да ну блин, пацаны, от них легко убегать. Знаете, как мне классно будет, когда мы сделаем следующую серию, ребята? Если наберется 3000 лайков под роликом, мы сделаем этих аниматроников в лабиринте. Или в тумане. Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. Пока. Пока.